Здравствуйте! Я великий сенсей. Дон Джон, Дон Доладон, он Дон... Ай! Ой! Валера! Что в переводе означает? Удар, нога, лицо, удар, опять удар, пощади, Валера. Я обладатель черного пояса по карате. Но он же синий. Я его синими носками постирал. Я вообще заткнись! Это мой урок. Итак, я продемонстрирую вам мой прием. Ты, иди сюда. Внимание! Самое главное в карате – неожиданно напасть. Я напоминаю, что если во время тренировки кто-то поймет, что не выдерживает нагрузки, захочет пить или есть, вы всегда можете подойти ко мне и купить у меня воды или сосиску в тесте. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, тренер! Извините, я опоздал. Вообще-то занятия для бодибилдеров закончились в 5. Нет, я на самооборону просто не смог найти кимоно моего размера. Наплевать! Мы хотели на самооборону. Я обучаю их защищаться от таких, как вы. Да нет, я на самооборону, к вам. Просто я опоздал с того, что там припарковаться не мог. Какой-то дуболом Тойоту свою старую, чудовищную, припарковал, я ему стекло разбил. Это же ваша Тойота, тренер. Да нет. Я уже давно на другой езжу. На какой другой? На любой другой. Так, ладно. Начинаем тренировку. Мне нужен партнер для спарринга. Кто это будет? Что, вы хотите выйти в туалет? Пожалуйста, идите. Ты! Выходи биться! Что делать, тренер? Так, каждый может. Может, на мне покажете какой-нибудь прием? По законам карате этот прием можно показывать один раз в 2 часа. Ну ладно, ладно, хорошо. Хорошо. Мне нужен еще один доброволец. Я могу быть добровольцем, тренер? Нет, нет, нет. Мне нужен кто-нибудь покрепче. Так. Вот ты! Это же моя девушка Оксана, тренер. Вот так будет с каждым, кто посмеет мне перечить. Я очень страшный. Однажды я победил 6 человек. 6 человек! Это тоже были женщины, тренер? Что? Какие женщины? Это были старики? И кошка! А мне кажется, что вы просто побаиваетесь, тренер. Что? Да я обучался карате у лучших восточных мастеров. Нет, ну обучались у лучших мастеров. Покажите. Приемчик какой-нибудь покажите, да? Ну. Слушай, те. Давайте я вам верну деньги, и вы не будете приходить на мои занятия. Тренер, мне не нужны деньги. Я хочу научиться восточным единоборствам для следующей картины. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас я покажу вам, всем, всем вам, превосходство разума над силой. Можно на секундочку? Прошу вас. Спасибо. Так. Угу. Да. Позвольте, так. Тренер. Вы же говорили, что вы сейчас научите нас, как драться при помощи интеллекта. Вот, видите, мой интеллект подсказал мне взять биту. Итак, внимание, прием. Тренер. А ты хитрее, чем я думал. Ладно, в таком случае я продемонстрирую вам прием, который я подсмотрел в кровавом спорте. С Ван Даммом. С Ван Даммом. Ага. В фильме он был немножко пониже. Да и тренировался я только на соседском мальчонке. Я так понимаю, тренер, что вы сами спарринг не начнете. Давайте спарринг в полную силу, да? Прямо сейчас, давай. Давай, 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 давай. Хорошо, давай. Хорошо. Перед спаррингом я прошу всех сдать по 500 рублей. Тренер, ну зачем по 500 рублей-то? Ну... Мне на лечение. Да, еще. Запомни, те. Я мастер спорта. Я тоже мастер спорта, тренер. Я по боксу. А я по бегу. О, смотри, Шварценеггер. Арнольд. Александр Невский и Оксана Сидоренко. Будь то шоу.